Всем привет! Сегодня рассказываю про новые хендпаны и начну со своего любимчика. Это хендпан Пигми, но это еще не все. Он двухсторонний, и у него 18 нот. Может показаться, что он очень сложный, потому что расположение нот вообще не совсем привычное, но посмотрите, как легко на нем можно играть. По факту можно играть только на одной стороне. Тем самым начинать его осваивать и уже по чуть-чуть потом добавлять нижние ноты. Слушайте, как он поет. Если вы увлекаетесь хендпанами, вы наверняка можете узнать, что это то самое настроение, на котором играет Мальта Мартин в своих видео. Лучших инструментов, которые мы делали, и он действительно так вдохновляет, на нем очень много всего можно сыграть, его, наверное, можно плюс-минус бесконечно осваивать и совершенствоваться, но тем не менее он точно так же довольно прост для начальной игры. А еще вот эти сияющие димплы, они просто прекрасны. Ты когда играешь, ты видишь отражение либо природы, чуть-чуть себя. Оно немножко искаженное и такое кривое зеркало объемное получается. Ищите этот хендпан у нас на сайте. Он называется Pygmy FADS 18. Пока что он в единственном экземпляре, но я думаю, что мы будем делать их и под заказ.